Дамы и господа, добрый вечер. Добро пожаловать в студию Faces TV на программу Аруджалиев Live. Как уже я и повещал вас, сегодня у нас очень интересная тема эфира. Это история гагаузского народа от истоков к современности. И для того, чтобы пролить свет на данную тему, я пригласил в гости нашего эксперта, нашего уже практически кадрового сотрудника, да, господина Руслана Шевченко, профессора, доктора исторических наук. Господин Шевченко, добро пожаловать. Добро пожаловать. Спасибо. Тема такая очень щепетильная, очень сложная. Я постарался как бы... Даже не знаю, как сказать. Постарался минимально, значит, сгладить все углы, но тем не менее нам предстоит сегодня расставить много точек над «и». Вот, и даже не знаю, как начать, но начну, наверное, с того, что не далее как месяц назад президент нашей страны Майя Санду посетила с рабочим визитом город Камрад, который является столицей гагаузской автономии. Эта встреча вызвала сильный резонанс в обществе. Стали раздаваться голоса и вопросы относительно целесообразности существования автономии в свете перманентных разногласий между руководством этого формирования и центром, руководством, центральным руководством страны. Вот, а также взаимных разных упреков и разного рода взаимных упреков, видений будущего, разности видений будущего нашего государства, но к этому вернемся немножечко позже. Вот, но насколько мне известно, существует множество гипотез относительно возникновения гагаузов как этноса и их появления на территории Восточной Молдовы. Я хотел бы попросить вас сегодня пролить свет на эти теории, поделиться с нами научными обоснованиями той или иной гипотезы, или, может быть, уже есть какое-то устоявшееся четкое мнение. Итак, давайте разберемся. Происхождение гагаузов. Кто они и где их земля обетованная? Да, существует несколько версий. Действительно, по крайней мере, две основные версии относительно того, когда, где они появились впервые и откуда они происходят. Одна из версий – это так называемая агузская версия, то есть от агузов. Кто такие были эти агузы? Одно из тюркских племен, тоже пришедшее с Алтая. Часть представителей агузов осталась на территории Средней Азии и там создавала свои царства, в дальнейшем растворилась среди местных племен. А другая часть двинулась на запад, добралась до Приазовья, там даже столкнулась с местными племенами славянскими, но затем под влиянием куманов, они же известны в российской истории как половцы, и печенегов и других растворилось. О каком временном отрезке идет? Это приблизительно период 10-11 веков нашей эры. Угу. Затем они постепенно растворились под давлением этих племен, и часть их распространилась на территории за Дунай. В общем-то, часть осталась, смешалась с местным населением на территории современной Украины, а далее ушла, часть осталась в Добруджи, еще дальше ушла на территорию современной Болгарии. В общем-то, так постепенно исчезли следы агузов. Тем не менее, часть, значит, гагаузской интеллигенции всерьез считает, что нынешние гагаузы есть прямые потомки тех самых агузов, потому что, по некоторым данным, определенная часть этого растворившегося племени добралась таки до Добруджи и там осталась. Вот. Другая... Добруджи – это и Болгария, и Румыния, это, да? Да, северная часть принадлежит Румынии, южная – Болгарии. Далее. Вторая версия, тоже относящаяся к основной, которая разделяется большей частью ученых, она сводится к тому, что непосредственными предками гагаузов являются наряду с узами, агузами, также половцы и куманы. Значит, половцы и значит, печенеги. Эти три племени создали по существу то ядро, из которого потом развивался гагаузский народ. Они в дальнейшем смешались между собой, в том числе под давлением татаро-монгольского, значит, нашествия и, значит, в результате взаимосмешения. И затем под давлением создавшейся Золотой Орды вынуждены были отступить на юг, юго-запад, за Дунай и возникнуть на территории современной Болгарии. В этом заключаются две основные версии. Отличие первой версии от второй, значит, в том, что агузы, сторонники агузской версии, настаивают на том, что часть агузов, значит, осталась на территории, не ушла за Дунай, а осталась здесь, значит, в Припруте, и стала основой для формирования гагаузского народа.
они настаивают на том, что эти преемники агузов, впоследствии превратившиеся в гагаузов, пережили здесь и татаро-монгольское, значит, господство, и венгерское, потому что венгры пытались закрепиться в низовье Дуная и занять Келию, и заняли его даже одно время, незадолго до создания Молдавского княжества. Вот. И в конце концов дождались времени, когда сюда переселились, значит, татары и, в общем-то, крымчаки, то есть в 16 веке. Вот. Именно эта группировка, наиболее агрессивно настроенная, настаивает на том, что по существу эти потомки агузов сделались здесь, в Молдове, коренным населением, даже более коренным, чем молдаване, которые с их точки зрения пришельцы, кстати. Вот. И поэтому они имеют законное право претендовать на территории Южной Молдовы, вот, и заявляют, что они там чуть ли не даже коренные. Однако большинство ученых, кстати, как российских, так и болгарских, так и румынских, и греческих, кстати, где они тоже есть, придерживаются того, что все-таки здесь осталось очень незначительное число, если вообще осталось, число бывших агузов. Подавляющая часть разгромленных татаро-монголами, значит, племен отошла за Дунай, закрепилась на территории Добруджи, как румынской, так и болгарской, и там в XIV веке, значит, создала, по одним данным в 14-м, другом еще в 13-м, создала свое государство, которое так названо было Добруджанское царство. Ух ты! Да, значит, это государство просуществовало, ну, версии разные, ориентировочно примерно 320-395 года. Затем оно развалилось под давлением собственного, значит, собственных противоречий еще не было в то время, не добрались туда еще турки, так что это результат собственной внутренней борьбы. Вот. Эту страну разрушила коррупция? Не коррупция, в то время, хотя коррупционеры, конечно же, были всегда, не только тогда, но развалилась под давлением группировок, как бы сейчас сказать, как у нас бы сказали, да, кланов, боярских группировок, как угодно. В результате там началась борьба за власть, длилась она несколько десятилетий, там эта борьба длилась вплоть до прихода туда турок, через еще несколько десятилетий, в начале 15 века. С тех пор эта территория, то есть северо-восточная Болгария с Варной, значит, и Балчиком попала в руки Османской империи, и она там держалась более 400 лет, до 878 года, когда, значит, была вынуждена передать всю Добруджу Румынии. А это правда, что Османская империя, ну, говоря современным языком, устроила геноцид гагаузам, что из-за того, что они исповедовали православие, их истребляли нещадно, называли их предателями веры, ну, и так далее? Ну, видите, в чем дело. Эта версия, значит, существовала, мне приходилось ее, в общем-то, сталкиваться с ее носителями еще в советское время, еще когда я сам учился в школе, сталкивался с сторонниками этого мнения, в том числе и гагаузами, которые на полном серьезе отстаивали это мнение. А где они взяли вот эту версию? Эта версия возникла совсем не случайно. Так. Значит, она возникла на том основании, что нужно было обосновать, почему гагаузы появились на территории Молдовы, вот, и обосновать, почему они пришли именно в Россию. Вот. Если есть основания, что их преследовали, то тогда, конечно, не было другого выхода, кроме как сбежать в Россию. Попросить защиту русского царя. Но дело в том, что сторонники этой фальшивой версии, как и версии с агузами, забывают одно обстоятельство. Османская империя, в отличие, кстати, от, скажем, католической Франции, допустим, или протестантской, значит, Швейцарии и так далее, вот, была достаточно веротерпимым государством. Лояльные к другим. Да, и они относились абсолютно равнодушно к тому, кто там как. Ну, положим, если ты нарушал законы, то не имело значения какой ты веры. Тебе одинаково отрубали голову, как и, значит, мусульманину. Вот. Речь в другом. Значит, они требовали безусловной лояльности, верности султану и его двору. Если ты, значит, относишься преданно, значит, к султану, если ты не нарушаешь османских законов, следуешь требованиям, значит, османского двора и, значит, проявляешь инициативу, то тебя рано или поздно замечают,
и тебя выдвигают. Причем так было всегда, весь период существования вне зависимости османского кожи, государства, веры. Даже в начале 20 века это продолжалось. Все более 600 лет существования османского государства. В этом смысле Османская империя далеко обогнала и, значит, западные государства со своей веротерпимостью, и Россию царскую, и многие другие. Вот. Поэтому то, что их якобы преследовали, это наглая ложь. Какой доктрина? Не имеет значения, был ты христианин или нет. Конечно, предпочтение отдавалось мусульманам, но даже если ты был христианин, но проявлял терпимость и уважение к мусульманам и готов был признать, значит, господство мусульманской религии, уважение проблем закона, тебе не было. Более того, ты мог сделать карьеру. И делал. Господин профессор, а какой доктрины или какой гипотезы придерживалась советская наука, если она придерживалась чего-то? Значит, советская наука придерживалась версии о том, что, которая разделяет, кстати, и сейчас большая часть ученых Европы, не только советских бывших, но и, значит, болгарских, греческих и других, что гагаузы действительно были, но в то время они не выделились еще из болгарского народа. Значит, они жили на территории на северо-восточной Болгарии, и там они существовали на протяжении многих столетий. Вот. Но ввиду того, что российские войска неоднократно пытались захватить Балканы, вот, пробирались, в принципе, как мы помним, еще в 18 веке они появлялись на Дунае, вот, и пытались пройти дальше, то, поскольку, значит, гагаузы были православными, они нередко оказывали поддержку не просто христианами, но приняли даже православие. Значит, они нередко оказывали поддержку российским войскам. За это, естественно, турки их стали истреблять. Естественно. Угу. За войну со своей армией. И отсюда так. Идут выдумки о том, что турки преследовали гагаузов и якобы их убивали. Ну, извините, любая армия стала бы истреблять логично, всех тех, кто против нее воюет. В любой стране. Так вот, значит, эта версия, которую я слышу неоднократно, что гагауз где-то в каком-то языке, то ли в турецком, то ли в какой-то тюркской, в каком-то из тюркской группы означает предатель, она имеет какой-то... Ну, это нет, это... Или это опять же нет, это выдумка. Выдумки, мне, да? Помнится, как еще в бытность студентов, значит, к нам тогда приехал в университет студенческий какой-то, значит, турецкий ученый. Нас, студентов, тогда пригласили в зал Сената университета, и мы слушали его выступление. И, естественно, студенты есть студенты, задавали ему массу вопросов, в том числе задали упомянутый вопрос. Он смеялся до упаду, говорит, да, я знаю эту выдумку, значит, но ничего подобного не означает, можете спать спокойно, говорит, никакого отношения к предательству это слово не имеет. Другое дело, что просто для, он объяснял, что для нас, турок, было, конечно, удивительно, что народ вполне тюркский, по традициям, по культуре, по образу жизни, по всему прочему, и он православный. Не просто христианский, но даже православный. Ну, наши, говорит, представители Османской империи, функционеры и даже султаны, которые узнавали об этом, для них это было непредставимо. Ну, почему, вот, допустим, в Палестине, поэтому, там же очень много православных арабов. Да, ну, они и здесь, в Кишиневе, присутствуют. Ну, для них было непредставимо, что в этой части Европы есть такой народ, который относится к ним подобным образом. И при этом он еще и православный, понимаете? При всем том, что они приняли все остальные, по существу, тюркские обычаи и порядки. Вот. Но поскольку в то время... Значит, здесь, по крайней мере, на территории, они относились к туркам достаточно лояльно на протяжении долгого времени, то турки тоже их не трогали, пока они не стали открыто на сторону России. Это произошло во времена, значит, похода Миниха в 735-37 года, вот, и в ходе известной войны 735-39 годов. Что за война? Значит, тогда Россия в очередной раз попыталась захватить Молдову. И Мунтению захватило такие, но неудачно, сил не хватило, даже вместе с Австрией. И в конце концов пришлось заключить перемирие на невыгодных для России условиях, оттянуть свои войска, значит, на север. Вот там произошло едва ли не первое столкновение турецкой администрации с предавшими гагаузами, которые перебежали на сторону турок. С чем связана русских? Лояльность на тот момент гагаузов к российской власти? К российской Дело войскам? В том, что не будем забывать, что они длительное время были в окружении болгар. Так. Понимаете, северо-восточная Болгария, где их настоящая родина, так. Значит, и где они начали формироваться как народ. Кстати сказать, в полной мере они не сформировались как народ даже сегодня.
Вот. А есть какие-то характеристики? Значит, есть, да. Значит, да. Ну, даже Румыния в полной мере еще не сформировалась как народ. Что для этого еще, надо? Еще до конца еще нет. Сейчас дойдем и до этого. Значит, давайте. Да. Значит, не будем забывать, что у них даже своего алфавита не было до 1957 года. О каком народе мы говорим? Вообще не было. Само название гагауз не существовало, понимаете, в российских хрониках 19 века и даже начала 20-го. А как их называли? Называли просто болгары. Вот вы, если вы возьмете, например, значит, перепись 897 года, в этом увидите болгар. В дальнейшем, в 20 веке, уже упоминается иногда. Но опять-таки далеко не всегда. Так, а это название гагаузов откуда пошло? И румыны тоже, румынская администрация тоже нередко их называла еще по инерции, еще болгарами. Хотя слово гагауз уже использовалось, но все равно по инерции еще называли. Кто стал отцом слова или матерью слова гагауз? Ну, дело в том, что на эту тему опять-таки нет единого мнения, да, и нет однозначной точки зрения. Значит, часть считает, что этим хотели подчеркнуть свое происхождение от агузов, часть, что, значит, подчеркнуть, что они отдельны от болгар народ. Потому что, как я уже сказал, даже румынская администрация сомневалась, а надо ли их выделять отделять их от болгар. Но они говорят на другом языке. И тем не менее, говорю, в документах 19 века они не присутствуют как народ, понимаете? И говорю, и в румынской администрации тоже не было единства на сей счет. И даже советская власть, хотя уже термин гагауза тогда уже был, опять-таки, некоторое время после войны не знала, что делать с этим народом. Не было какой-то конкретной политики в отношении гагаузского народа. Что стало переломным моментом? Обращение известного в ту пору ученого, значит, Ивана Мещеряка, значит, который неоднократно обращался и в ЦК партии Молдовы, и в Москву, значит, с требованием, чтобы те обратили внимание на существование такого, в общем-то, народа, который прозябает в нищете, бедности, у которого, значит, который существует достаточно давно, но у которого нет ни своей культуры, сформировавшейся, которая была бы кем-то из ученых систематизирована, потому что не было этнографов, изучавших конкретно гагаузов. Значит, не было своего алфавита, не было лексики, надо было, чтобы это все бы кто-то создал, понимаете? И благодаря Мещеряку действительно эту тему заметили и в Кишиневе, а затем и в Москве. И взяли вот. За это дело. Да, но думаю, мы дойдем до этого чуть позже, да, потому что эта тема тоже по народу, да. Что еще нужно, чтобы стать народом? Значит, полноценным. Полноценным народом, значит, нужно, чтобы у тебя существовали исторические традиции, культурно, понимаете, но у гагаузов они уходят корнями, ну, скажем, в 19 век. For example, что? Понимаете, ну, если вы возьмете их корни, то в лучшем случае они уходят корнями в 19, но, может быть, конец 18 века. А обосновать чисто гагаузские корни, то, что они уходят, они связаны с каким-то более древним периодом, скажем, средневековым периодом 14-15 веков, ну, хотя бы, когда они жили в Добруджи, обосновать это наши гагаузы не могут. И не могут объяснить, какие из этих традиций существовали уже в ту пору, в 14-15 веке. Те традиции, на которых они говорят, сформировались, ну, в 18-19 веках. Не так раньше. Разве это не время, не время формирования? Нет, это недостаточно, понимаете. Можно сказать, что, собственно, ученых, которые занимались бы, в общем-то, гагаузоведением, вплоть до второй половины 20 века не было. Вообще не было. Эти ученые стали появляться. Мещеряк стал одним из них. Он был гагаузом? Потом, да. Ну, так он заявлял. Значит, появились Губогла, появились еще ряд ученых. Губогла работал в Москве, он был наиболее влиятельным, пожалуй, в те времена. Вот. Появились еще ряд ученых, значит, типа Марунневич, который действовал и в Кишиневе, и в Москве. Вот, и которая потом стала одним из символов гагаузского сепаратизма. Вот, и так далее. Но, в общем-то, эти ученые, обратите внимание, когда они появляются, это 50-е, 60-е, а еще лучше 70-е годы 20 века. То есть, по существу, гагаузоведение существует, ну, 60-70 лет максимум. До этого ученых, которые бы специально изучали гагаузский народ, вы практически не найдете. То есть сам народ не ощущал себя народом в полном смысле этого слова. Он себя таковым стал ощущать только во второй половине 20 века. Понимаете? Не народ создал этот алфавит, а ему создала власть. И он к этому алфавиту привыкал, причем даже теперь еще, как мы видим, не до конца привык.
Понимаете? Хорошо, а параллели с румынами, Значит, параллели с румынами в каком смысле? Формирование народа, нации. Вы сказали, что... Да, параллель заключается в том, что как и румынский народ еще не в полной мере, значит, сформировался, потому что регионализм в Румынии продолжает иметь место быть. Даже сейчас. Даже сейчас многие заявляют, мы румыны, но при этом мы молдаване. Ну, так и или говорят, трансильванские румыны. Ну, нет, да. это не случайно, понимаете? Не говорят, например, новгородские русские. Нет не таких. Говорят. Брянские русские. Нету таких. И давно уже нет. А в Румынии есть. Трансильванские румыны есть. Молдавские румыны тоже есть и так далее. То есть, когда это исчезнет, то вот быть, когда это исчезнет, ощущение того регионализма остается в Румынии даже сегодня, несмотря на все усилия. И ощущение, понимаете, вот это требование Именеску носим тем румынским пунктом, это как раз свидетельство еще того, что государство не осознало себя как государство. Народ еще не прочувствовал себя как самостоятельный, сформировавшийся народ. И это требование, которое сейчас активно педалирует и уже в 20-м и 21-м веках, как раз свидетельство еще неготовности, не сформированности еще народа. Пока. Подлинность, может быть, со временем лет через 100-200 закончится. Подлинность этой фразы как-то задокументирована? Да, это задокументировано. Действительно, он такое дело заявлял. Он был человеком-патриотом, в общем-то, и будучи журналистом по профессии, по одной из своих профессий, потому что он был и филологом также. Вот. Это действительно публиковалось, и поэтому фразу использовали как непосредственное подтверждение, значит, и как лозунг, можно сказать, румынского патриотизма. Но, увы, он имеет изнанку, о которой я сказал. Он говорит, такой лозунг характерен для народа, который только формируется, который еще не осознал себя как единое целое, где еще силен регионализм. И это очень серьезная опасная проблема, говорят, что... которая сейчас только усугубляется. Нет американской нации, это... Плавильный котел. Селянка. Да, это плавильный котел, там да. Он имеет, да, но при этом так постепенно, да, постепенно плавильный котел американский перемелет и мексиканцев, и корейцев, и, значит, и китайцев, и всех прочих. Еще но это на будет... это нужно несколько поколений. В Румынии это что, десятки, сотни лет? Это надо, ну, хотя бы лет, минимум лет 200. Минимум. А может быть и больше, потому что некоторые даже так через... Так понимаю, понимаете, что туда все приезжают и приезжают мигранты, это не закончится никогда. Нет, ну так поколение первых мигрантов, которые прибыли еще, скажем, в 19 веке, те уже ощутили себя американцами. А те, которые в 20 веке, те еще далеко нет. Там еще процесс продолжается. Они продолжают быть связаны со своей родиной, продолжают с ними поддерживать контакты, продолжают себя ощущать в душе представителями этого своего народа. И они еще не в полной мере американцы. Там процесс еще идет. А вот кто уже воспринимает себя как родину, как что-то чужое, уже воспринимает себя как что-то целое, единое целое с Америкой, вот это уже оторванный ломать, и он уже так, почти такие готов. Такие люди есть, да? Да, конечно, кто, как я уже сказал, те, кто переселился на территорию США в 19 веке, те, как правило, в подавляющем большинстве уже ощущают себя как американцы. Но это не они, а уже их внуки, правнуки и так да, далее. Да, потомки тех людей, которые в 19 веке переселились тогда, те уже чувствуют себя так. А вот эти переселенцы... новой волны послевоенной и продолжающей сейчас, эти еще нет, нужно время. Господин профессор, вот в данном ключе, если мы посмотрим на массовый отток населения Республики Молдова за границу, в Европу, в Америку и так далее, существование в Италии, Франции, Германии, огромных общин, которые уже сюда, ну, как я понимаю, вряд ли вернутся, там они также перестанут быть со временем молдаванами, румынами и превратятся в часть... итальянской нации и так далее составляет. Да, пройдет не одно поколение, но в качестве примера возьму, в общем-то... Но фамилии-то останутся? Ну, это временно. Гуцу, Русу, это, ну как, по мужской это линии? Это временно. Значит, временно в каком смысле? Да, они итальянизируются, значит... Сейчас это незаметно, потому что это свежая волна, они не потеряли связи с родней. Но посмотрите, например, на русских иммигрантов первой волны, той, которая уехала из царской, большевистской России тогда в 17-20 годах. Практически все они помнят, но очень отдаленно, свою родину. Они уже офранцужены. Мало кто, большинство из них уже не может хорошо говорить по-русски. Понимают, но не многие говорят, даже не говорят вообще, да. Или просто понимают. Они уже вжились в жизнь этой своей новой родины. Они, многие из них поменяли фамилии, да.
Да, они глухо так поддерживают контакты с соотечественниками, им интересно то, что там приезжают какие-нибудь представители посольства, допустим, всякие культурные мероприятия, но не больше, они уже стали, понимаете, они уже корнями вросли в жизнь этой страны. И пройдет еще одно-два поколения, они вообще станут французами, итальянцами, поляками или куда там их забросила судьба. И американцами тоже. Так что процесс пошел. И то же самое будет через несколько поколений с молдаванами. Они точно так же будут оторваны от своей нации. Все эти бессмысленные, в общем-то, для того времени пересылки огромных средств в Молдову, в общем-то, труд. Продуктов, товаров разных, это все закончится. Не сейчас, это закончится через одно-два поколения, но это закончится. В каких странах на сегодняшний день зафиксировано нахождение гагаузов как солидных, серьезных диаспор? Ну, видите, в чем самые дело, крупные. Смотря как считать солидная диаспора. В Молдове, значит, больше всех? Да, в Молдове больше всего. Значит, они также есть в Украине, они есть в Болгарии, Греции. Есть они и в Турции, кстати. Вот. И есть некоторое количество, как утверждают, в бывших югославских республиках, в том числе и Косово, кстати. И общее количество? Общее количество оспаривается, но, как предполагается, едва ли превышает 400-500 тысяч. Всего лишь? В общей сложности. Нет, это невозможно. Ну, понимаете, основной базой является Молдова, где их число превышает, ну, может быть, 120 тысяч. В лучшие времена, в советские времена, когда, которые они считают, самым лучшим временем своей истории, тогда было 138 тысяч. Потом все-таки отток населения подействовал на них, частично Россия, сократилось, Турция. По некоторым данным, по данным на 2014 год, было чуть более 110 тысяч. И, по-видимому, процесс будет продолжаться и дальше, потому что глобализация, понимаете, и отъезд в Европу, открытые границы неизбежно будут выталкивать молодое поколение, которое не верит в перспективы русского мира, будут выталкивать на Запад. Сколько примерно вот в Украине находится гагаузов и в Румынии? Вот то, что самое несколько десятков тысяч. Понимаете, и там, скажем, и там практически одинаково, ну, да? В Украине побольше, потому что это прилегающая территория. В Румынии меньше, но тоже там, по некоторым данным, 10-20 тысяч. В Украине где-то, украинские власти оценивают где-то 30-40 тысяч. А Болгария? И в Болгарии есть, значит, но там они растворились больше, значит. Когда-то вот их центром в свое время была Варна. Значит, в конце 19 века там было, в Варне было несколько тысяч гагаузов оставалось. Сейчас уже меньше, но по их небольшое количество, может быть, тысячу-другую, может быть, есть и в Болгарии сейчас. И каков статус вот этих диаспор в той же Румынии и в той же Украине? Там, где наибольшее количество. Они имеют какие-то официальный какой-то статус. У них есть школы, у них есть автономии какие-то. Нет, автономии у них нигде нет, значит, но у них есть школы в отдельных местах, в той же Румынии, в общем-то. С гагаузским языком? Да. В Румынии, да, где им разрешают изучать, по крайней мере, значит, пока они не занимаются, они, в отличие от молдавских гагаузов, они не занимаются там политикой. Они там интегрированы во внутреннюю жизнь страны, и им там не дают возможности заявлять о симпатии к русскому миру, хотя, несомненно, там то есть и такие. Вот. И поэтому, поскольку они интегрированы во внутреннюю жизнь Румынии и не проявляют готовности бороться за счастье в составе России, то, в общем-то, проблем нет. В Украине подавно. В Украине, значит, там положение несколько другое. Там были попытки отделить часть Одесской области, значит, создать так называемую Бессарабскую республику, значит, или другой версии Гагаузско-Болгарскую республику. Эта Гагаузско-Болгарская республика должна была включить в себя не только районы, значит, Молдовы, юга Молдовы, но и, значит, часть Одесской области с Болградом и Рени. Попытки такие делались и в 90-92 году, но, в общем-то, провалились, потому что болгары традиционно относятся крайне враждебно к гагаузам, и это чувство взаимно.
И попытки России как-то объединить их не получались никогда. Всегда терпели полнейший крах. Ну, не могут эти люди сидеть вместе. Я вот общался и с болгарами, и с гагаузами. Вот они как-то друг к другу очень странно относятся. Очень говорит, ты что, понимаешь, это гагаузы, это страшные люди. Гагаузы говорят, это же болгары, говорит, это ужасные люди. Почему так? Да. Вот а взаимная неприязнь, понимаете? А с чем она связана? Это, скорее всего, связано с тем, что на протяжении столетий они жили на территории Болгарии. Вот это историческое... Болгары их считали пришельцами? Болгары, да, для болгар они чужаками были не совсем своими. Хотя они тоже жили на территории вместе с ними на протяжении столетий в северо-восточной Болгарии. Но они там не чувствовали совершенно своими, понимаете? Болгары хорошо знали, что это всего лишь крещеные. Крещенный народ, это не сами-то болгары крестились когда? Еще в 7 веке, понимаете? Угу. А эти крестились значительно позже, в 14-15 веках. Вот. Кроме того, традиции устоя у них во многом напоминали турецкие, ненавистные болгарам. И, естественно, это вызывало подозрение и недоверие. И хотя они жили, естественно, с гагаузами на территории одного и того же государства, но, конечно, проявляли отчужденность и неприязнь. И даже здесь, в Молдове. И эту неприязнь, в процессе веков они перенесли и сейчас, на нынешние времена, потому что, когда на протяжении столетия складывается неприязнь к какому-то народу, это невозможно перебить даже веком проживания в другом государстве. Так же, понимаете, как и украинцы, это откладывается в исторической памяти народа, что вот этот народ к нам был враждебен. И это заходит настолько глубоко, что уже в подсознании уже, ага, болгарин, враг. Приблизительно то же самое и болгары воспринимают их. Поэтому в Академии наук их, например, не так и не удалось разместить в одном отделе. Они в конце настолько рассорились, что не могли, в общем-то, существовать вместе. Их очень скоро разделили. Именно из-за этой взаимной глубокой ненависти. Хорошо, господин профессор, все-таки я бы хотел вернуться к истории появления гагаузов на территории Восточной Молдовы. Они заявляют, что земли они здесь получили от русского царя в вечное пользование. Что у них были определенного рода привилегии, они не служили в армии из-за того, что их было мало и так далее, и так далее. Что вы можете об этом сказать? Насколько это правда? Как ни странно, эта версия полностью опровергает точку зрения тех сторонников гагаузского континуитета, о которой я говорил. Потому что сторонники континуитета доказывают, что мы, как потомки гагаузов, здесь жили всегда, никакой русский царь нас сюда не привел. Так а как же получилось? Это потом, вся часть гагаузов просто потом переселилась, а основная часть, основа гагаузского народа, жила здесь всегда. Документально все-таки можно подтвердить мнение большинства ученых, то, что переселение на территорию современной Молдовы осуществлялось несколькими потоками после каждой российско-турецких войн, и особенно после войны 768-74 годов, которая кончилась Кучук-Энерджейским миром. Это Северная Болгария. Угу. Я помню, На Дунае, но с болгарской стороны. Угу. После этого начался незначительный отток. Первые поселенцы были еще раньше. Даже в начале 17 века были они в 18 веке, но массово поток начинается после этой войны. Затем он еще больше ускорился в результате войны 806-12 годов, когда России в очередной раз удалось захватить Молдову и Мунтению. И здесь гагаузы еще более открыто, чем в предыдущих войнах, воевали вместе с русскими против турок. Естественно, их за это истребляли турки беспощадно. Они просили помощи русского царя, и русский царь еще в ходе войны дал им такое обещание, что вот когда кончится война, мы вам всем поможем, а сейчас, если хотите... Какой-то указ царский был, грамота, Да, издавался, царский указ на сей счет, где они предлагали вольности гагаузам, если они и приглашали их на территорию Российской империи. И гагаузы... Но Российская империя большая. Куда именно? Естественно, что не в Магадан. Понимаете, где-то поблизости. Поблизости, понимаете, на территории, которая... Чуть еще Биробиджан. Русские уже считали своей. Поэтому в результате войны 806-12 годов, еще задолго до ее окончания, где-то 809-10 годы, начинается и очередной массовый поток переселения гагаузов в Северной Болгарии, где их истребляли турки. В
территории, захваченные уже Российской империей, на территорию, значит, Восточной Молдовы и, естественно, Бессарабии. Когда Турецкая империя, когда был подписан Бухарестский мир, в течение года разрешалось на протяжении, значит, июня 812-го, июня 813-го свободный переход границ. Поэтому значительная часть оставшихся в Запорожской Молдове гагаузов перебралась сюда. Вот. Так их число еще больше увеличилось, и так началось создание населенных пунктов. Вот. Чтобы обосновать свои исторические претензии на некоторые территории, в частности, они утверждают, что такие населенные пункты, как Вулканеш, например, существовало еще в 18 веке, то есть при турках, что Камрад создан чуть ли не в 17 веке, вот, и так далее. Это не соответствует действительности? Ну, документально, самый древний – это 789 год, и создан был русскими уже под российским господством в то время. Какой город? Камрад. Камрад. Угу. Да, но в то время, как вы помните, шла война, и часть территории Молдовы снова была захвачена Россией. Угу. Вот. Или Вулканешты, которые создавались в действительности уже в 19 веке с переселением гагаузов на территорию края. Ну, там есть и старые села. Есть и старые, да. Есть. Кангаз, Копчак. Есть. Их мало, действительно, но они есть. Они, эти населенные пункты действительно существовали еще в 16-17 веках. Вот. Но населены они были, к несчастью для гагаузов, отнюдь не гагаузами. Там были татары, значит... Так это не гагаузские села? Нет, это не гагаузские села, понимаете, в чем дело. Чем это объясняется? После 538 года, как вы помните, на территории Молдовского княжества созданы были раи. Это что такое? Это, значит, территориальное образование, которое отрывается от своей прежней территории, от прежнего государства. Там устанавливается администрация турецкая, власти и законы турецкие. Значит, никакого отношения к прежней своей стране они больше не имеют. И там по существу существует, это уже маленькая Турция, маленькая Османская империя. Чтобы закрепиться на берегах Дуная, Османская империя создала несколько таких раев. Бендерская и Килийская. Значит, таким образом... Типа уезда? Да. Кстати, по границам это примерно напоминает современные границы Молдовы и Украины на юге. Если вы посмотрите на границы Молдовы того времени, значит, то примерно похоже на те, которые есть сейчас в Молдове и Украине на юге. Вот эта территория оказалась в руках, даже больше в какой-то мере, оказалась в руках Османской империи, и они стали ее активно осваивать. Поскольку, как я уже сказал, там действовали турецкие функционеры, турецкие законы, все турецкое, то туда стали активно заселять, начиная особенно с 563 года. С 563 года стали заселять туда не просто турецких чиновников и прочих, но татар, ногайцев и прочих. Значит, со своей ногайской ордой, которые кочевали по степям там. Вот. Естественно, тюркизированных болгар и всех прочих. Собственно, будущие гагаузы там, если и были, то были в абсолютном меньшинстве. Вот. Вот это поворот. После 563 года этот поворот стал реальностью, и 250 лет турки усиленно закрепляли здесь свои позиции за счет этой ногайской орды, значит, собственных функционеров и разного сброда, который они засылали сюда колонизировать эти территории. Вот. В 812 году, когда Россия разгромила все-таки Турцию и заставила покинуть территорию, им пришлось увезти с собой всех ногайцев. Русские поставили ему ультиматум: или мы вас переселяем отсюда куда подальше, либо истребляем, либо вы добровольно уходите с ними отсюда. Они ушли? Часть ушли, часть уничтожили в ходе войны, а часть русские просто переселили из этих краев. Больше они здесь никогда не появлялись. И туда в том числе гагаузы. В Крым переселили. И пришли туда гагаузы. Да, на их место, значит, в южные районы будущей Молдовы стали переселяться другие. Значит, переселенцы, немцы, французы, значит, да, болгары, там, болгары. В Кабульском районе есть село немецкое. Да, чехи, кстати. Александр Фельд, да? Да, нет, их было очень много. Это одно из немногих оставшихся. Голубое, где поселяли чехов, да. Значит, болгары, швейцарцы, французы и так далее. Были здесь и французские колонии, кстати. Вот. Одновременно с ними поселяли здесь и гагаузов. Потому что с точки зрения русских здесь огромная территория, значит, прибрежная, очень важный выход на ключевую реку Европы,
выход на Черное море. Территория пустынная, практически безлюдная. После турок здесь почти никого не оставалось. Надо ее заселить и освоить. Вот и поскольку самих русских не хватало, а доверять молдаванам они тогда не собирались, не относились с подозрением к местному населению и не собирались их поселять на юг, то переселяли более духовно близких, более понятным им населения. Во-первых, багаузы и болгар, но переселяли более развитые в экономическом и политическом плане, таких как французы, швейцарцы, немцы и другие. Можно приоткрыть скобочку? Официальная наука Российской Федерации, России, Российской империи всегда говорит о том, что всем всегда обращались за помощью к русскому царю, заступнику веры и так далее, и так далее. Молдаване тоже также обратились к русскому царю для того, чтобы он их защитил от турок? Вы имеете в виду когда? 806-812 год. Нет, там не было такого обращения. Значит, хотя действительно в истории можно найти где-то в разные периоды истории где-то до десятка таких обращений. Со стороны официальных молдавских властей. И отдельных доправителей, значит, пророссийских, значит, типа Георгия Штефана, вот, 656 год, и отдельных представителей боярства, пророссийской группировки, которая появляется приблизительно в... начинает формироваться примерно при Петру Рариши и дальше. Вот, именно тогда восстанавливаются разорванные Штефаном Челмария отношения с Россией. И Штефан Челмарь разорвал? Ну, разорвал из-за своей дочки, которую Иван III, как известно, посадил в тюрьму, и где она вместе с сыном и умерли. Штефан Челмарь в ответ на этот арест порвал полностью отношения с Россией. А за что, извините? За то, как он, Иван III, обошелся с представителями его семьи. Почему он ее арестовал? И... За заговор. Опа. Значит, Давайте откроем еще больше. Да, сказать. Елена Волошенко, так она называлась дочь в России, Штефан. Дочь Штефана Челмарь. Почему и названа была Волошенко, да, значит, и ее сын... Не молдаванка, как ни странно, а Волошенко. Ну, называли Волошенко, в России называли Волошенко, потому что молдаванам в то время в России называли Волохами. Вот, значит, вышла замуж за сына Ивана III. Вот, известно в истории России, как Иван Иванович, он же молодой. Это был, значит... Наследник? Да, у них родился сын, которого назвали Дмитрием. Вот. Но затем произошло следующее. Вскоре Иван умер. Вот. Иван Грозный или Иван Иванович? Отец Дмитрия, то есть муж Елены. Умер, в общем-то. Осталась Елена с сыном Дмитрием, которая рассчитывала на трон. Вот. И у нее были для этого основания, потому что в то время Иван III благоволил, в общем-то, даже больше, чем собственной жене, значит, известной как Софья Палеолог, родственница последнего византийского императора Константина Палеолога. Вот. Более того, в 498 году ей удалось добиться утверждения царем своего сына Дмитрия наследником престола. Чего себе? Значит, но тут... Какие повороты истории? Но тут произошел новый поворот. Софья Палеолог дозналась, что Елена Волошенко входит в заговор, в общем-то, некоторых религиозных кругов во главе с неким Схарией, происхождение которого непонятно, который в своих проповедях религиозных выступал против царской власти, ставил под сомнение таинство, значит, российской власти и подозревался российскими властями в заговоре с целью свержения Ивана III. Когда Софья Палеолог, очень тщательно собравшись сведения, установила наличие в этом заговоре также Волошенко и собрала достаточно доказательств, она представила их Ивану III. Иван III провел собственное расследование, участие в заговоре против себя. Ну, так он это воспринял. Значит, Елены Волошенко он оценил. Кстати, самого Схари он не рискнул трогать. Но Елену он... в отношении Елены и сына были приняты меры. А именно, спустя год после утверждения Дмитрия наследником престола, в феврале 499 года Иван III лишает Дмитрия титула наследника престола, а еще через 3 года бросают в тюрьму. А сколько лет было? Вместе с матерью. Сколько лет было ему? Ну, ему было 12 лет, получается. Вот. В результате оба оказались в тюрьме.
Штефан Челмари неоднократно пытался добиться освобождения дочери и внука, не получалось. Остались документы, подтверждающие, что он направил несколько посольств в Россию, пытаясь добиться, ну, если не восстановления на троне, как он сначала рассчитывал, то хотя бы, чтобы их вернули на родину. Иван III отказывался идти на уступки, и они так и остались в тюрьме. Значит, в 505-м умер, в общем-то, его, значит, Елена, и в 509-м сын Дмитрий. Вот. Из царских палат, да, в каземат. Да. И это способствовало разрушению молдо-российских отношений, и на четверть века они оказались заморожены полностью. Значит, восстанавливало их уже в 527 году с приходом Петра Рариша российский путешественник Иван Пересветов. Вот. С тех пор, в течение 16 века и 17, постепенно возникла и постепенно укреплялась пророссийская группировка среди молдавских бояр. Эти пророссийские настроенные бояре, а в то время наряду с пророссийской существовали протурецкая, пропольская, значит, проавстрийская группировка, это были четыре основные группировки. Прямо как сегодня. Боролись между собой за влияние. И они периодически выдвигали к власти то одного, то другого, то каждого представителя своей группировки. Скажем, в начале 17 века господствовала группировка пропольская во главе с Мавилой, членами семейства Мавилы, которые поочередно сменяли друг друга во власти. Вот. Таким образом, грызня эта длилась по существу последующие 300 лет. Вплоть до 812 года. Ведь представители этих группировки время от времени сменяли друг друга. Скажем, Константин Кантемир, отец Дмитрия, считался представителем польской группировки. Никогда не считался пророссийским, значит, перебежал на сторону австрийцев. Угу. Потом, когда понял, что австрийцы проигрывают, снова перебежал к полякам. Слушайте, парламент республики Молдова, не дать, не взять. Да, родной брат Дмитрия Кантемира, значит, Константин, этот, не Константин, значит, Антиох. Антиох, да, он был проавстрийским господарем, понимаете? А сам Кантемир долгое время жил в Турции, поэтому турки ему верили, значит, он прекрасно владел турецким. Вы имеете в виду Дмитрия? Дмитрий, да. Поэтому они ему верили и считали, что он пойдет по стопам, если не отца, то, по крайней мере, брата. А он решил сделать ставку на Россию. Вот. И результат известен. Так что... Расхлебываем посидеть. Да, но, тем не менее, понимаете, это ничего не изменило, потому что после... того, как установилось господство фонарётов после 711 года, и особенно после 739, когда туркам только с большим трудом удалось восстановить свое господство, борьба группировок продолжалась. Понимаете, здесь вовсе не были только протурецкие господари. Там были по-прежнему симпатизировавшие то России, то Австрии, то туркам. При Штефане не было такого, да? При Штефане был другой выбор. Сам Штефан пытался находить союзы то с поляками, то с венграми, в конце концов понял, что это не дает ничего, и согласился принять турецкий суверенитет, 487 год. Вот. Так что, в конечном счете, он более-менее помирился с каждым из этих стран. Хорошо, вернемся к нашему договору. Более-менее, что не помешало впоследствии ему воевать, например, с поляками. Да. Какими привилегиями пользовались гагаузы в составе Российской империи? Ну, во-первых, на территории, где они жили, в общем-то, делалось освобождение от налогов на несколько лет. В армии не служили? Да, они не служили в армии, они не были крепостными, значит, их не... Ну, надо сказать, что примерно такое отношение царская Россия использовала в отношении тех народов, которые считала отсталыми, не просто инородцами, но еще отсталыми инородцами. Молдаване в том числе? Да, молдаване, ну, немногим лучше, скажем так. Если гагаузы вообще за народ не воспринимался, ну, не, как я уже сказал, такой народ вообще не упоминался, вот, то молдаване, ну, может быть, на ступеньку выше. Но все равно, инородцы все равно отсталые с точки зрения России, достаточно допотопный народ. Это вот. В стране, которая говорила на французском языке. Да, и тем не менее, да, они продолжали считать все остальные народы инородцами, с презрением к ним относились. Если вы посмотрите высказывания российских... Это и по сей день продолжается. Да, но это перешло, извините, по наследству. Ну, раз уж мы говорим о царском периоде, то надо отчетливо понимать, что Россия, царская империя относилась снисходительно, как, понимаете, несмышленым детям, представителям этих малых народов.
и проводил усиленную русификацию. Значит, гагаузы, считавшие себя обязанными России, потому что они спасли их от турок. Ну, собственно, они сами, как я уже сказал, спровоцировали турок своим переходом на сторону России. Они считали возможным, значит, проявлять не только лояльность, но и полную поддержку всех намерений царя. Тем более, что Александр I и его преемники оказывали им там всяческую поддержку, способствуя их закреплению на этих территориях. Вот. Их не интересовало, что царское правительство думает о них на самом деле, воспринимает их как этакий народ на ступеньку две ниже остального своего, себя самого. Их интересовало, что их оставили в покое, дали им возможность более-менее развиваться. Не важно, что оно осталось интеллектуально и политически далеко отставшим от государствообразующего русского народа, и что его презирали. Главное, что теперь установилось мир и спокойствие. То есть их мнение о том, как думают о них русские, было намного выше, чем это было на самом деле? Да. Они считали, что они должны быть благодарны русским за то, что их оставили в покое и дали возможность развиваться. Собственно, развитием национальной культуры, искусства и прочего, ну, как бы ни была бедна представителем нынешней гагаузской культуры, представителей такой культуры в то время практически не было. Это тоже одна из причин, кстати, почему можно смело сказать, что гагаузский народ не сформирован, а только находится в процессе формирования. Александр Александрович, как случилось, что многие из представителей гагаузского народа носят чисто русские фамилии и имена? Вот я не встречал ни одного гагауза с именем Ион, Тудор, да. Михай и так далее. Или Петро, Василь, как в Украине, да? Все они Ваня, Вася, Федя, Петя, Коля и так далее. И разговаривают в основном больше на русском языке, чем на своем родном. Да, это связано было опять же с тем, что Российская империя всячески подчеркивала, что они это империя православная. И раз и православная империя, то быть православным в царской России выгодно и полезно, по крайней мере, для любого инородца. И поэтому, чтобы проявить верность, подчеркнуть свою преданность Российской империи, гагаузы после 812-13 годов стали русифицировать свои фамилии. Если молдаване в меньшей мере это делали, нас это царским властям пришлось сделать насильственно. То есть из Кастандоглу он превратился в Петрова? Да. Многие именно так и делали. А понимаете? Как? Ходили, меняли фамилии? Если, скажем, с молдаванами это пришлось сделать насильственно, скажем, известный указ о русификации молдавских фамилий 835 года, так Сингур сделался с негуром. Вот, и серьезно? Тогда, да. Предки Мирча Ивановича Сингур. До 835 года. Вот, и так далее. То гагаузы не нуждались в том, чтобы их русифицировали. Они делали это сами по собственной инициативе. Царские власти не оказывали на них никакого давления. Они этим хотели подчеркнуть преданность царской власти, спасшей их от турок. И это, понимаете, перешло с ними с молоком матери. Одно поколение за другим гагаузов внушало своему молодому поколению глубокую преданность и любовь к России. И по сей день. Да, и это закрепилось настолько глубоко, что даже сейчас это глубоко сидит в значительной части гагаузов. Теория о том, что гагаузы получили русские фамилии, вступая в брак с русскими солдатами, чтобы не служить в армии российской, либо получать земли, не оправдывается. Нет, это неправда. Значит, конечно, были кто не хотел служить в русской армии, но значительная часть гагаузов, когда возможность такая появилась, потому что, как я уже говорил, они долгое время не служили в русской армии, охотно шли служить и служили на совесть. На совесть, да, и им вовсе не надо было для этого менять фамилии, да, скрываться и так далее. Как по убеждению, подчеркиваю. Я понял. Да. Как складывались отношения гагаузов? Мы вот вы про болгар говорили, что они считали друг друга врагами, а с молдаванами, украинцами? С молдаванами, украинцами было гораздо сложнее. Во-первых, если болгары не воспринимали просто как противников, к молдаванам относились и тогда, в 19-20 веке, и сейчас снисходительно, и даже с антипатией, с чувством превосходства. Гагаузы? Да. С чем это связано? Да, это было связано с тем, что они считали, в то время уже была такая теория, что молдаване чуть ли не пришлый народ, который слабохарактерный, мягкий, на которого можно надавить и которого можно использовать.
И это периодически проскальзывает даже, представьте себе, в документах партийных, вот, бюро ЦК партии, конца 80-х, где, когда ЦК партии попытался изучить гагаузскую проблему. Там этот момент проходит. Представители, значит, таких настроений среди гагаузов совершенно отчетливо говорили, что они не воспринимают молдаван как народ, с презрением к ним относятся и пытаются диктовать им свою волю. Вот это самое, то, что они не смогли сделать с болгарами, они попытались сделать с молдаванами. Вот. Именно этим вызывается вот это презрение к молдаванам и события 90-го года, начало гагаузского сепаратизма. Господин профессор, как восприняли гагаузы объединение 1918 года и как развивались их отношения с румынской администрацией? Значит, до 1940 года? Здесь нужно учитывать, что произошло, вы понимаете, разделение гагаузов на две основные группировки. И каждая из властей, царская, с одной, вернее, не царская, уже, а советская и румынская, использовали ту часть гагаузов, которая им была выгодна. Действительно, часть гагаузов стала проявлять лояльность к румынской администрации, и в дальнейшем, вы, если вы почитаете работы, написанные румынскими историками, политиками, значит, философами о том, как жилось здесь гагаузам в то время, то вы увидите, что они стараются подчеркнуть, что большая часть гагаузов была лояльна им. Но это, с чем это связано? Они хотели показать, что подавляющая часть населения, кроме русских, которых они считали неисправимыми, значит, тоже согласилась с румынским влиянием и стала проявлять все большую лояльность румынскому королевству. В том числе, подчеркиваю, и гагаузы. В свою очередь русские использовали другую часть гагаузского народа, которая с влиянием румын не смирилась, которая продолжала проявлять в ним враждебность, вот, несмотря на то, что вроде бы тоже православный народ, которая продолжала отстаивать право быть с русскими. И именно эта часть гагаузского народа затем участвовала в известных событиях в Татарбунарах, в Татарбунарском восстании, да, помню. Значит, и других протестах против румынской администрации. Так что по существу гагаузский народ оказался разделен, и каждая из стран, Румыния и Россия, использовали ту часть гагаузов, которая им была выгодна, которая проявляла к ним лояльность. Возвращение Бессарабии в состав Российской империи, в состав Советского Союза. То есть после известного ультиматума 26 июня 1940 года, как восприняли гагаузы приход советской власти на территорию Бессарабии? Среди тех, кто когда-то до этого, да, приветствовал и искренне желал этого, принимая во внимание определенные события или определенные действия со стороны советской власти против гагаузского народа, чуть ли не стали ополченцами, партизанами и воевали открыто против советской власти. Правда ли это? В 40-м году? Или когда? После окончания Второй мировой войны, да. Значит, что тут можно сказать? В 40-41 году... Депортации и так далее. Да, понятно. В 40-41 году таких настроений, по крайней мере, сейчас, из тех данных, которые мы сейчас располагаем, я подчеркиваю это, потому что до сих пор не изучены материалы службы информации и безопасности, они пока не озвучены, не опубликованы и никем серьезно не исследованы. Вот. Поэтому, когда можно будет изучить этот массив документов, можно будет сказать, что было на самом деле. По крайней мере, в документах, которые изучал я, то есть бюро ЦК партии, никаких, в общем-то, антирумынских заявлений при советской власти не было. Но антисоветских, да, заявлений не было однозначно, никаких протестов, демонстраций и тому подобное. А такие протесты имели место быть в районах молдоязычных. Значит, в молдавских районах. Вот. Против советской власти были? В 40-41 были. В отдельных селах были. Еще слабые, потому что тогда советская власть еще была не понята молдаванами. Они еще не поняли, что это такое. Они только изучали ее. Но были протесты уже и тогда. Например, в Усештиной. Значит, где было убито несколько крестьян за протест. Вот. И в других нескольких селах. Говорю, но в то время, говорю, 40-41 массовых антисоветских выступлений еще не было. В 44-м году, когда, значит,
советская власть, в общем-то, снова захватила Молдову, антисоветское сопротивление появилось. И тебе захватило на сей раз не только молдоязычные, но и южные районы. О чем мне приходилось рассказывать даже в Камрате на конференциях. Почему? К великому удивлению многих, да, присутствовавших там ученых гагаузской национальности, потому что они ни о чем подобном никогда не слышали. Некоторые из них мне прямо говорили об этом на конференциях. Откуда вы это взяли? Я им говорю, ради бога, приезжайте в Кишинев, изучайте партархив, там вы найдете много фактов ваших, может быть, даже односельчан и прочие, которые выступали против советской власти, боролись, в том числе с оружием в руках, против советской власти, не только высказывались. Этого не может быть, это выдумали. Нашелся только один человек из всех тех ученых, это, значит, Степан Булгар. Кстати, один из представителей автономистского движения еще 80-х годов, угу. который серьезно отнесся к тому, что я говорил. Взял у меня данные, откуда, что я, значит, поехал проверять. Ссылки, да, лично приехал в Кишинев, да, и несколько раз посещал бывший партархив, изучал там документы, о которых я ему рассказывал. Надо думать, что он убедился в этом. Не беседовали после этого, да? Да, ну, он попросил меня переслать документы, на которые я ссылался, еще несколько раз обращался ко мне, значит, по вопросу, который его интересовал. Будем надеяться, что он понял, что то, что я тогда рассказывал на конференциях, не было выдумкой, это основывается на документах и вполне серьезных доказательствах. Однако для подавляющего большинства гагаузского населения, а, кстати, и для гагаузских ученых, подчеркиваю, то, что я говорил тогда, является абсолютно новизной. Они считают, что это выдумка, значит, буржуазная. Ничего подобного якобы не было. А тем более, документы, да, в партархивах, это все буржуазная выдумка. Да, да, да. На полном серьезе. Некоторые из них мне говорили, что это все подделка фальсификаторов, значит, 90-х годов. Значит, у меня место, в которое якобы засели в архивах и которые сожгли или уничтожили, или где-то спрятали настоящие советские документы. А то, что рассказываю я, это уже фальсификация. Ну, ради бога, говорю, я всегда им говорил, приезжайте, убедитесь. Можно лично же проверить аутентичность. Можете лично. Никто, кроме упомянутого мной Булгара, не согласился. Принципиальный ученый. Да. Значит, в общем и целом... Проглотили советскую власть. Проглотили, да. Они считали гагаузскую власть советскую власть своей, родной, что наконец вернулись русские, к которым они относились положительно. И, в общем-то, антисоветские протесты в южной части республики затухают, ну, где-то в начале 50-х годов. Там были и депортации, экспроприации, все это было. Конечно, да? Было и депортации, да, и оттуда точно так же вывозили людей, значит, в Сибирь, да, и потомки этих людей сейчас живут в Сибири. И любят советскую власть. Вот не знаю, кстати, с ними не приходилось беседовать, но факт тот, что там точно так же проводились депортации, без всяких учетов. То есть советская власть не делала разделенности? Никакого разделения молдаване, гагаузы или русские. Здесь классовая борьба. Для них было важно, чтобы он представлял из себя, значит, враждебные советской власти слои населения, а именно, то есть кулаки. А, кстати, на юге их там было много. Очень много зажитых. Да, значит, они были очень часто противниками советской власти. Промышленники, бывшие члены различных буржуазных партий румынских. Также это должны были быть люди, которые позволяли себе антисоветские высказывания, критиковали политику партии и так далее. Вот это, значит, те категории, которые однозначно должны были быть высланы как противники советского режима. И которые не должны были возвращаться впредь на территорию Молдовы, согласно сталинской концепции, вообще никогда. Их высылали навечно. И после уже существовал указ от ноября 1948 года, где отмечалось, что высланы, отправлены на места поселения навечно. То есть никогда, ни при каких обстоятельствах, никакая власть не должна была их больше вернуть. Хрущев позволил вернуть. А Хрущев это сделал шаг назад с точки зрения сталинистов, отступил и позволил им вернуться. В результате антисоветское ядро возродилось. Так это подается нынешними просоветскими историками. Как оно себя проявляло? В действительности это неправда, понимаете, потому что, значит, независимо от того, значит, были высланы, значит, наши сограждане или нет, антисоветское сопротивление продолжалось. Более того, только за период 51-53 годов, то есть уже после высылок, было обнаружено около 1000 активных антисоветчиков, которые боролись с оружием в руках против советской власти. 970, если точно.
Понимаете? Это очень много. Вот вам пример. Если кто-то думает, советская власть тоже думала, что, дескать, выслав 30, больше 35 тысяч человек на восток, они уничтожили антисоветское сопротивление. Ничего подобного. Это сопротивление продолжалось. И есть данные, приведенные тогдашним министром внутренних дел, а ранее госбезопасности, Мордовцом, где он об этом прямо говорит. Он там по пунктам указывает, какие политические партии при этом были разгромлены, кто был арестован, конкретные фамилии, представители различных иностранных... Партии даже были? Да, были даже отдельные партии, типа Аграрно-демократическая партия. Вот, да, представьте, значит, союз болгар Южной Бессарабии. Вот. Они были официально зарегистрированы? Ну, они себя так не зарегистрировали. Какая официальная? Нет, может быть, и при румынах? Нет, конечно же нет. При советской власти не могло быть. Нет, никаких, это понятно. Никаких регистраций, кроме как коммунистической. Так и коммунистическая партии не была зарегистрирована. Да, но они себя так называли. Союз болгар Южной Бессарабии. Значит, и еще несколько подобных группировок, которые продолжали функционировать, и, кстати, и после 1953 года. Скажем, группировка некоего Чутака была разгромлена уже только в 1954 году, после 5 лет успешной деятельности против советской власти. А некоторые группировки продолжали действовать и до начала 60-х, скажем, последние установлены до сих пор. Значит, факт политического убийства имел место уже в 61 году. Последнее антисоветское восстание, которое опять же подтверждается документами, оно было в Чемишлейском районе, известна его фамилия, его руководителей. Значит, оно в 60-м году. Это из тех, которые установил до сих пор я. Возможно, было и позже, но это то, что удалось найти пока в партийном архиве. Вот. Чемишлейский район, вот вам антисоветское восстание. И там указано... А с чем было связано? Связано было с условиями жизни. Они протестовали против этого и требовали отделения Молдовы от Советского СССР. Отделение присоединения к Румынии или отделение? Нет, значит, дело в том, что сторонники присоединения Молдовы к Румынии утрируют здесь, стараются объединить их всех. В действительности это не так. Значительная часть выступавших действительно требовала, значит, присоединения Молдовы к Румынии. Отчасти было все равно. Они считали, что Молдова вполне главное достаточно. Избежать. Главное оторваться от СССР и жить и самостоятельным государством. Но, что объединяло их всех, они все ориентировались строго сначала на Англию, первые годы после войны, а потом, когда поняли, что США гораздо сильнее, стали ориентироваться на Соединенные Штаты. Это происходит где-то уже в 50-е годы. Эти антисоветские движения поддерживались Соединенными Штатами? Конечно, конечно. И мало того, не только Соединенными Штатами, здесь активно действовала и турецкая спецслужба, арестовывали некоторых турецких агентов на территории тогда, в 50-е годы. Здесь довольно активно действовали братские спецслужбы, значит, социалистических стран, в том числе и Румынии. Вот, действовали и арестовывали здесь лица, которых называли агентами спецслужб Соединенных Штатов, ФРГ, Франции и других государств. Так что, если кто-то думает, что здесь было все тихо-мирно, ну, он просто не знает, о чем идет речь. Цветущий край, спокойно. Ну, это хорошо. Только так кажется. На самом деле, агентура здесь работала. Ну, в принципе, для работника спецслужб в этом нет ничего удивительного. Потому что работа спецслужб никогда не кончается, понимаете, вот хоть мы и говорили про то, что вот, социалистическое содружество, дескать, но спецслужбы соцстран успешно работали здесь. Да зачем? Румынская агентура работала здесь. Румынская агентура успешно работала здесь, несмотря ни на что. И до Чаушеску, и при Чаушеску, и после Чаушеску, и ничего страшного, понимаете. Точно так же и венгры здесь, и прочие работали здесь, и спецслужбы изучали обстановку. Я уже не говорю про спецслужбы западных стран. Окей. Так что вопрос этот остается открытым. Еще здесь предстоит очень много изучать. Но факт тот, что они здесь работали при социалистическом режиме, как тогда его называли, это он неоспорим. Господин профессор, были ли во времена Советского Союза попытки создания ГГУской СССР? Да, были. Кто значит, был их автором и чем они увенчались? Значит, кто был их автором? Это опять же антисоветская работа? Да, значит, началось с того, что первая попытка, в общем-то, была, касалась, в общем-то, культурных составляющих. Сначала они хотели изучать гагаузский язык и гагаузскую культуру. Для этого сначала советская власть пошла на уступки упомянутому Мещеряку. В общем-то, и в 1957 году был создан гагаузский алфавит впервые в истории гагаузского народа, а затем, начиная с
58-59 годов началось активное изучение гагаузского языка, его ввели как предмет в школах в некоторых районов нашего края, нашей страны. Вот. Длилось это недолго. Значит, через несколько лет родители, начиная примерно с 62 года, стали активно выступать против этого, так как они поняли, что изучение гагаузского языка, самостоятельной гагаузской культуры и традиции, и истории отрывает их от русских. Отрывает их от русского языка, а им стало труднее общаться с своими детьми и родственниками, значит, потому что они уже все больше гагаузировались, понимаете, отрывались от русской культуры и все меньше, понимаете, воспринимали ее ценности. Поэтому, начиная с 62 года, начинается вал обращения в ЦК Компартии Молдовы с требованием вернуть все как было, отменить преподавание гагаузского языка, значит, изучение основ гагаузской культуры и даже отбросить в сторону гагаузский алфавит, полностью перейти на русский язык преподавания. Что это удивило Бодилу, значит, потому что не сталкивались в то время молдавские власти с тем, чтобы народ сам добровольно отказывается от изучения собственной культуры и языка. Но это факт. И затем лжецы среди представителей гагаузского сепаратизма конца 80-х пытались обвинять Бодилу и бюро ЦК партии в том, что, дескать, он намеренно, дескать, будучи врагом гагаузов, закрывал гагаузские школы. Но это ложь. Есть сотни, подчеркиваю, сотни обращений гагаузских родителей, писем из разных гагаузских сел, они сохранились в партийном архиве, кто желает, может проверить. Вот, где они категорически требуют отменить преподавание гагаузского языка и перейти к русскому. И под давлением этого, удивленный, надо сказать, Бодил и первый секретарь, первый райкомов партии Юга, вынуждены были устроить несколько совещаний, на которых обсудить, что делать, ну и решили с 63-го года отменить преподавание. Следующая такая попытка была более масштабная, значит, она была связана с 78-м годом. Как мы помним, в 78-м году, 15 апреля 78-го года, была принята Конституция Республики. Новая. Предыдущая была еще сталинская, принята была, значит, 10 февраля 41-го года. В связи с этим, согласно существовавшей тогда традиции, при приеме принятия Конституции надо было направлять руководство партии, значит, руководство республики, свои личные предложения. Это мог делать абсолютно любой гражданин. И организации, значит, комсомольские, партийные, профсоюзные организации, могли делать и рядовые рабочие, вообще кто угодно. Они все эти обращения складировались в райкомах партии, потом их пересылали в ЦК партии, там их обобщали, суммировали. И лучшие с точки зрения, естественно, партийного руководства обсуждались и затем вносились, одобрялись на бюро ЦК партии и затем вносились в проект Конституции. Так вот тогда, в конце марта, начале апреля 1978 года, то есть за несколько недель до принятия Конституции, в бюро ЦК партии стали поступать письма, почти все анонимные, значит, от представителей гагаузской общественности, вот, где они требовали создать гагаузскую автономию, так как, видите ли, автономную или советскую социалистическую? Да, гагаузскую автономную советскую социалистическую республику, да, потому что, видите ли, есть гагаузский народ, и он требует в составе Молдовы. Дальнейшего, да, не ставился вопрос в составе Молдовы. А как? Просто гагаузская автономия. Ну, так она... Большинство не были, кто говорил о составе Молдовы, но большинство не говорили о составе ЧК. Скорее всего, в составе просто СССР. Вот. И, тогда должна была быть Гагаузская Советская Социалистическая Республика без автономии. Должно было быть. Ну, в то время ставился вопрос именно так. Угу. О создании гагаузской автономии. Угу. Не отмечалось, подчеркиваю. Угу. Некоторые, только не меньшинство говорили. Чьих дел это, рук это было дело? Фамилии не указываются в документах. Но кто-то практически все из эти люди, значит, дело в том, что проводились проверки. Большинство писем не было подписано, а те, которые были подписаны, подписывались фальшивыми именами. КГБ проверяло и не установило таких лиц. Затем, когда попытки поменять Конституцию провалились, потому что бюро ЦК партии не сочло необходимым реагировать, этот вопрос обсуждался, реагировать на обращение каких-то неизвестных анонимщиков, начиная с 81-82 года стали возникать в гагаузских районах группировки, которые вели агитацию за создание, значит, Гагаузской автономной республики в составе Молдовы. Среди них был упомянутый мной Булгар. И им поддержку оказывали некоторые ученые из Москвы, типа Мурневич, типа Губогла и некоторые другие. Значит, ныне покойный Степан Курогла и другие.
Это все тоже имеет место быть в документах партийного времени. Кто желает, может найти. Вот. Агитация эта продолжается практически все годы. С 81-82 года ведется регулярно. И не прекращается вплоть до начала известных событий 89-90 годов. Так что основа закладывалась, последний этап, так сказать, подхода к сепаратистскому движению закладывался именно тогда, в 81-82 году. Что повлияло в 1990 году, значит, 19 августа, да, была принята декларация о свободе и независимости гагаузского народа от Молдовы. Принято оно было на первом съезде народных депутатов Степного Юга Молдавской ССР 25-30 октября... это уже дальше, извините, следующий вопрос. Что повлияло на вот этот съезд? И это было как результат всего этого или что-то подтолкнуло? Это было результатом следующих событий. Во-первых, упомянутого мной, значит, автономистского движения, которое, как уже было упоминалось, шло несколько лет в южных районах. И, кстати, партийное руководство не особенно это боролось с ним. Оно больше констатировало, наблюдало за ситуацией. Значит, а затем, убедившись к 89 году, что партийное руководство слабеет, теряет постепенно контроль над ситуацией, оно стало группироваться. Если раньше они действовали просто в отдельных селах, то теперь они поняли, что настало время, в условиях ослабления центральной власти в республике, настало время объединяться. Поэтому 12 ноября 89 года был проведен так называемый первый съезд гагаузского народа. Степного Юга. Нет, не Степного Юга, именно, да, на котором обсуждался вопрос, как добиваться, значит, автономии в составе Молдовы. Зачем? Сначала этот вопрос. Я не очень понимаю. Это воплощение тех их мечтаний, которые говорили. Иметь свое государство? Да, создать государственность пока в составе Молдовы. Значит, надо сказать, что Бюроцкая партия обсуждала этот вопрос, постаралась с ним отнестись компромиссно, дипломатически, не давала им никаких конкретных обещаний, что, дескать, мы пойдем вам на уступки. Первые такие попытки, значит, Бюроцкая партия начала делать и раньше, еще в 85-86, тогда уже появляется в 85 году первые передачи на гагаузском языке, появляются страницы в газетах, страницы в газетах на гагаузском языке вот в 85-86 году и так далее. Но это было недостаточно, как мы видим. Именно потому, что это было недостаточно, и они хотели значительно большего. И, воспользовавшись ослаблением ситуации, они организовались, провели свой первый съезд 12 ноября 1989-го. А убедившись, что и новое руководство республики, потому что через несколько дней после 12 ноября, 16 ноября ушел в отставку первый секретарь Семен Гросу, при новом первом секретаре Лучинском они собирались найти общий язык с ним. Однако ни сам Лучинский, ни его второй секретарь Иоанн Гуцу не проявляли никакой готовности идти им на уступки и создавать автономию. Вот. Более того, их еще больше спровоцировало, значит, на активные действия формирование нового парламента 17 апреля 90 года, когда было создано заседание так называемого, ну как мы его сейчас называем, первого парламента Республики Молдова. В нем, несмотря на то, что численно их было приблизительно четверть, приблизительно 95 депутатов из 380, вверх взяла группировка Народного фронта, которая относилась к гагаузам враждебно, антипатично, соответственно, они к нему тоже, потому что считали их однозначно сторонниками объединения с Румынией. В этих условиях, видя, что представители Народного фронта высказываются все более враждебно в отношении с гагаузами, они развернули в ответ агитацию в южных районах, что, дескать, нас в Кишиневе не понимают, власть взяли националисты. Вот, поэтому нам надо побыстрее бежать из этой Молдовы, отсоединяться от нее куда подальше, и братский русский народ, и Москва обязательно окажет нам поддержку. Поэтому... Простите меня, пожалуйста, а куда бежать со всех сторон Молдовы? Ну как? Ну, бежать-то невозможно. Нет, планы были, значит, объединиться с гагаузами Украины. Ну хорошо, все равно вокруг Молдовы и Украины. Да, но тем не менее они рассчитывали, что с помощью гагаузов Украины, а также благодаря своим многочисленным обращениям в Москву, потому что в мае-июне 90-го года и далее начались делегации. Верховный совет? Делегации, значит, гагаузских группировок, которые координировались, кстати, больше из Тирасполя, они действовали не самостоятельно.
вот, в Москву, и с просьбой обратить внимание на их просьбы, с тем, чтобы их поддержали и заставили молдавское руководство пойти на уступки, дать им все-таки автономию. Так как союзное руководство не пошло им на уступки, и одним из убежденных противников это был тогдашний генеральный прокурор СССР Николай Трубин, то, значит, они решили действовать, опираясь все-таки на экстремистское крыло в советском руководстве, зная, что такие деятели, как Лукьянов, в частности, и Нишанов, председатель Совета национальности и другие, все-таки их поддерживают, они решились на решительные действия в борьбе с национализмом. Рафик Нишанов. Поэтому 19 августа 1990 года было совершено чудовищное преступление против молдавского народа, а именно провозглашена так называемая Гагаузская республика во главе с председателем Верховного Совета, так называемым Степаном Топалом. Он стал и первым президентом. Да, он же в дальнейшем стал первым президентом, да, председателем парламента, так называемым. Почти 2000 квадратных километров, румын, болгар. Да, да. Да. Но дело в том, что территориально первоначально она предполагала значительно больше. Да, предполагалось, что она включит в себя, в то время карты, кстати, публиковались, 3, есть, 4, даже 5 тысяч, даже больше. Да? Все учитывая, а больше этого даже? Больше, чем то, что они получили, значительно больше. Украинскую территорию? Они предполагали включить весь юг, кроме Кагульского района, а также некоторые села Хунчерского, значит, района Чемишлийского. И получили поддержку местных советов? И, да, значит, Хинчевского, Чемишлийского районов, а также некоторые районы, прилегающие к Молдове с украинской стороны. В том числе такие города, как Болград, Рени и другие. И создать, таким образом, сильную гагаузско-болгарскую автономию, как ее называли тогда, при поддержке Москвы. И 4 года республика просуществовала, значит, почти 5. Дело в том, что молдавские власти были близки к тому, чтобы ее уничтожить. Однако, значит, сделали ряд серьезных ошибок. Во-первых, 23 октября 1990 года в Комрад было направлено, значит, отряды волонтеров. Это спровоцировало экстремистов, значит, в преддверии готовившихся ими так называемых выборов 25 октября, значит, 25-28 октября 1990 года. На решительные действия. Они немедленно обратились за помощью в Москву. Спасите, националисты идут нас убивать. Поэтому вмешалось руководство внутренних войск СССР во главе с командующим генерал-полковником Шаталиным, которое оказало давление на, значит, президента Снегура и, значит, председателя парламента Машану и тогдашнего премьера Дрока. В конце концов, движение волонтеров заставили распустить. А в ночь на 26 октября, при полном бездействии молдавской власти, в Комрад были введены части внутренних войск, значит, СССР, которые заблокировали действия молдавской полиции, не дали им сорвать незаконные выборы на территории гагаузских районов. Как Россия же была против? То есть, да, то есть власти... силой заставили молдавские власти, не считаясь с требованиями молдавских властей, силой заставили их фактически ничего не сделать против этих бандитских незаконных выборов. Так фактически под надзором российских войск там были проведены выборы. Прям как в Крыму. Да. Ну, да, так сильно не дошло все-таки, но тем не менее... Ну, почти. Эти районы частично, не в полной мере, но частично вышли из-под контроля молдавской власти. Постепенно перестали платить налоги в молдавский бюджет, потому что пытались создать свой собственный. Вот. Там, правда, действовало, значит, органы молдавской госбезопасности, действовала молдавская полиция, но их активно пытались вытеснить созданные небезызвестным уголовником Иваном Бургуджи, значит, отряды гагаузской госбезопасности и МВД. Поэтому на протяжении ряда лет происходили столкновения, о которых в молдавской прессе очень мало пишут, очень мало говорят. Молдавским полицейским и работникам спецслужб пришлось выдержать немало столкновений, в том числе с человеческими жертвами, продолжавшиеся на протяжении более чем 5 лет. 5 лет, повторяю. То есть это были и перестрелки даже? Да, были и перестрелки, были и жертвы, и об этих боях в лесах и в степях практически никто не говорит. Об этом мы знаем значительно меньше, чем то, что мы знаем в Приднестровье. А там это было. И стычки. Почему в селах, и жертвы, арестовали, не наказали? В конце концов, значит, ситуацию сломало только вмешательство тогдашнего президента Турции Сулеймана Демирела.
убедившись, что Россия не очень готова все-таки помогать гагаузам в принуждении Молдовы согласиться на автономию, убедившись, что сами гагаузы не в состоянии существовать самостоятельно, экономические базы не позволяют, и они слишком зависимы от, как они это назвали, соседней Молдовы, они были вынуждены идти на переговоры с молдавскими властями. Их тайно проводились с правительством Сангели и другим. Поэтому создалась ситуация, когда надо было все-таки поставить точку в этом конфликте. Точку поставили после визита президента Турции Сулеймана Демирель. Он посетил, ну, прибыл, в принципе, с визитом в Кишинев, но посетил и Камрад. Там он сказал Топалу, Кендигеляну и компании открытым текстом, что мы вас полностью поддерживаем в ваших требованиях. Значит, вы имеете полное право развивать свою культуру, язык и так далее, но... Значит, вы не имеете права требовать отделения от молдавского государства. А он в качестве кого это сказал? В качестве главы турецкого государства. А при чем тут? Дело в том, что в то время в Турции, в гагаузском экстремистских кругах была большая надежда на Турцию. Они рассчитывали, что если уж не слабеющая Россия, они увидели, что Россия, в общем-то, рухнула в кризис, и им все меньше становится дело до гагаузов, многочисленные обращения оставались без ответа. Сильно. Они стали рассчитывать, что ну хотя бы турки нам помогут, они же братья. Понимаете? И несколько лет посылали туда своих гонцов, пытались убеждать турецкое руководство и так далее, что помогите. Действительно, турки помогали, да, они здесь организовали разные проекты, стали направлять гагаузскую молодежь в Турцию уже тогда, при Демирель. Но они не давали никаких надежд гагаузским сепаратистам, что они поддержат отделение южных районов от Молдовы. А визит Демиреля Кишинев и посещение Камрата, где он четко дал им поставил что... крест на этих поставил, да, крест на этом. В результате гагаузским сепаратистам ничего не оставалось, как пойти на уступки, начать переговоры о прекращении фактически необъявленной войны против молдавской власти, свертывании незаконных своих структур власти, вот, и принятие определенного компромисса. Был так, принят закон. Так, 23 декабря 1994 года был принят закон об особом статусе от ОГГУ Сирии. Все это помните. Вплоть, значит, согласно принятому тогда решению, значит, молдавские власти будут принимать меры по ликвидации и разоружению незаконных вооруженных формирований, действующих на территории ГГО Сирии. Это было сделано вплоть до 5 июля 1995 года. Последняя незаконная вооруженная группировка гагаузских сепаратистов была разоружена и уничтожена 5 июля 1995 года. После этого больше таких попыток не было, профессор, уже так или иначе ситуация более-менее, конечно, начала входить в норму. Неоднократно слышал я, и когда занимался расследованием журналистскими по Гагаузии, фамилию Бургуджи, слышал, что он... каким-то образом имеет якобы отношение к поставкам оружия и так далее, и так далее. Почему же, если вот вы сейчас тоже упомянули эту фамилию, да, почему же его не арестовали, не наказали, не судили? В этом проявлялось, как и во многих других случаях, потому что речь касается, надо тогда говорить далеко не только о нем, но и о таких деятелях, как Топал, Кендигеляна, да, кстати, лидерах приднестровских сепаратистов, проявлялась очевидная слабость молдавского руководства. Они делали шаг вперед и два шага назад. Захватив, кстати, неоднократно, его захватывали и при Снегуре, и при Лучинском, и при Вороне. Однако никогда дело не доводили до конца и в конце концов отпускали. Естественно, что это только вело, значит, гагаузских сепаратистов и настроение среди них к дальнейшему кипению, понимаете, обострению. Снова последовал всплеск ненависти в отношении молдавской власти. Снова, возвращаясь обратно, Бургуджи стимулировал там ненависть к молдавским властям. И, по существу, молдавские власти делали ошибку за ошибкой. Вместо того, чтобы один раз и навсегда посадить его на 20 лет, условно говоря, или пожизненно, назидание другим, молдавские власти практически при всех президентах повторяли одну и ту же ошибку. Они шли им на уступки. А этого нельзя было делать. Именно твердая рука, жесткая власть, независимо от политической колоратуры, заставили бы гагаузских сепаратистов признать, что здесь есть закон, здесь есть государство, здесь есть власть, и больше, значит, это сепаратизм и эти настроения существовать не должны. Но именно потому, что молдавские власти продолжали заниматься полумерами и идти им на вечные уступки, они постоянно наглели, и практически никакой молдавской власти не удавалось полностью подавить этот очаг. Периодически они даже переходили в наступление, как было в конце 90-х годов. Значит,
и как это было при Формозале в 14-15 году. Я хотел бы у вас узнать, может быть, это лежит в правовом спектре, я не знаю, закон о особом правовом статусе Гагаузии, здесь вот есть несколько пунктов. В пределах своей компетенции самостоятельно решает вопросы политического, экономического, культурного развития в интересах населения. Мы помним, что да, на территории Гагаузии гарантируются все права и свободы, предусмотренные Конституцией законодательством Республики Молдова. Перед 9 мая парламент Республики Молдова запретил ношение, было принято, естественно, вот о запрете букв и георгиевской ленточки. Как известно, Народное собрание Гагаузии отменило на территории этого. Скажите мне, пожалуйста, это вполне законное было решение или незаконное? Это не было законное решение, потому что верховенство... чтение прочитанные вами документы как раз показывал, что там не зря было сказано «в пределах своей компетенции». В пределах компетенции не включали в себя право отменить общегосударственное решение, касающееся запрета георгиевской ленточки и буквы Z и V. Почему тогда опять руководство не приняло никаких мер? Как всегда, трусость. Но, правда, в данном случае надо признать, что сейчас трусость сопряжена просто страхом приходом сюда войны. Потому что, как мы помним, события апреля-мая 22 года, когда происходило то, о чем вы сейчас рассказывали, то есть запрет, происходили уже в условиях войны в Украине. Молдавские власти не хотели слишком злить России и решили, запретив законодательно, значит, эти антигосударственные символы, не решили все-таки принимать силовые меры против сепаратистов. Для этого нужно ждать мирного времени. Вот. Надеюсь, что найдется со временем все-таки государство. В государстве такая сила, которая после войны окончательно поставит точку и заставит гагаузских сепаратистов полностью отказаться от этих незаконных преступных символов. А сегодня не время действительно действовать. Подобным Еще образом. Один вопрос в плоскости этого закона. В случае изменения статуса Республики Молдова как независимого государства, народ Гагаузии имеет право на внешнее самоопределение. Насколько законна данная формулировка, насколько она вообще уместна и законна, она на ваш взгляд? Нет, она не может быть законной. Значит, дело в том, что они же понимают эту трактовку очень широко. Под любым предлогом, как только, скажем, как им видится, или как им сообщает российская пропаганда, дескать, вот Молдова в очередной раз делает шаг в Румынию, на самом деле шага нет, но так им подается российская пропаганда, они снова начинают будировать вопрос о том, что Румыния, значит, неизбежно поглотит Молдову, а значит, мы имеем право уйти. Но это выдумки. Пардон, в Румынии живут гагаузы, они никуда не уходят. Но это выдумки. Что будет мешать им? Нет, но это выдумки. Ну, видите, в чем дело, не будем забывать, что румынские гагаузы отличаются от наших. Румынские гагаузы не проявляют желания отделиться от Румынии, не выступают с какими-то призывами бороться против румынской власти за Россию, и поэтому их не трогают. Иначе бы румыны, конечно, занялись бы ими уже давно. И это было бы абсолютно правильно, если бы они занялись. Но так как они молчат, то нет причины действовать румынским спецслужбам. У нас ситуация намного сложнее, потому что здесь Россия действует совершенно открыто через свою агентуру. Совершенно открыто, значит, вела агитацию, пропаганду, в общем-то, в южных районах, чтобы местная молодежь отправлялась на войну в Донбассе против Украины. Это было и в 2014, и в 2015 году. Были, значит, судебные процессы по этому поводу, признания захваченных, значит, боевиков во время судов, где они открыто признавали, что этим занимались российские дипломаты, вербовкой, значит, гагаузской молодежи на Донбасс против Украины. По этому поводу были приговоры, кое-кто из них получил сроки 3, 5 лет и больше. Вот. Так что эту тему гагаузы стараются не трогать. В молдавской прессе приговоры эти практически не появлялись. А это серьезная ошибка молдавской власти. Надо было показательно опубликовать материалы, их признательные показания и приговоры, чтобы впредь было неповадно заниматься этим. Но и здесь молдавские власти снова струсили, снова испугались и не сделали то, что должно было сделать нормальное, уважающее себя государство, которое заставило бы сепаратистов считаться собой. Это было еще в прежние годы, 14, 15, 16 годы. Но, увы, нынешняя власть в этом плане ничем от предыдущих не отличается. Последний вопрос. Как историк,
Каким вы видите будущее гагаузского народа в составе Молдовы, вне Молдовы? Как это вообще вот, как вы себе представляете? Здесь практически все зависит от того, насколько будет разгромлена Россия или добьется она в какой-то мере успеха. Если Россия добьется в конечном итоге в Украине успеха, это, конечно, маловероятно, но тем не менее. Если предположить все-таки такой вариант, то несомненно, что молдавским властям вообще не придется думать о том, чтобы хоть когда бы то ни было поставить на место гагаузов. Скорее всего, и Молдова тогда тоже не будет просто как государство. А эта территория будет просто частью России. Это маловероятно, но тем не менее, такой вариант тоже надо учитывать. Сегодня, по крайней мере, подчеркиваю, маловероятно, потому что угроза войны Молдова отодвинулась. Вот. Но в случае победы украинской армии, естественно, при поддержке Запада, тогда вопрос о том, чтобы раздавить твердой рукой гагаузский сепаратизм, необходимо ставить наряду с приднестровской проблемой. Потому что, как мы помним, Комрад теснейшим образом поддерживал связи с Тирасполем, получал оттуда инструкции, значит, указания. Лично Бургуджи признавался неоднократно, как он ездил в Тирасполь, получал оттуда, значит, разные предписания. И не только он, кстати, остальные тоже этим занимались. Так что, несомненно, ликвидация приднестровского сепаратизма основательно напугает гагаузских сепаратистов и заставит их считаться с молдавскими законами. Ну а затем неизбежно придется поставить вопрос о том, чтобы закрыть лавочку и для гагаузских сепаратистов, с тем, чтобы заставить их следовать. Ликвидация автономии вряд ли будет сейчас принята. Вот, это возможно будет только если исчезнет население, которое составляет ее большую часть. Вот. Но, тем не менее, после войны, если война закончится успешно для Украины, несомненно, что будет поставлен вопрос о том, чтобы существенно ограничить права гагаузских сепаратистов на выход из Молдовы, да, и вообще поставить вопрос о том, чтобы они прекратили требовать дальнейшего расширения своих прав, так как это не только антизаконно, но и антиконституционно, и в дальнейшем за такие попытки они могут оказаться в тюрьме. Вот так нужно будет ставить вопрос следующему руководству Молдовы, тому, которое будет, по крайней мере, после войны в Украине. Окей, я вас услышал, господин профессор. У меня, к сожалению, все вопросы на сегодня исчерпаны. Я хочу вас еще раз поблагодарить за то, что вы приняли наше приглашение и дали более чем исчерпывающий ответ. Спасибо. На практически все поставленные вопросы. Ждем вас и далее. Спасибо. По другим темам. Дамы и господа, я думаю, что здесь не добавить, не спросить больше ничего, по крайней мере, у меня. Если что, пишите в личку, зададим потом вопросы господину Шевченко на следующей передаче, потому что у нас еще есть несколько интересных тем, которые мы надеемся обсудить с профессором с точки зрения истории и с ним как политическим комментатором. В общем, в принципе, как бы на сегодня все. Всем спасибо, спокойной ночи.